Ребята, всем привет. Нахожусь около метро «Текстильщики». Сегодня здесь пройдет рейд удвижения. Я так подозреваю, что по поводу парковки. Ну что, засниму, увижу, покажу вам. Ребята, выдвинулись. Сейчас посмотрим. Что тут, общественный туалет? Ребята, я так понял, что ты выходишь и прям на дорогу, что ли, с туалета? Вот это прикол. Это как так понимать? Все ясно. А, ну тогда и эти тоже неправильно здесь стоят. Нельзя вообще парковаться. Теперь ясно, в чем тут проблема. В общем, ребят, я так понял, смотрите. Вот вход из метро «Текстильщики». И вот это все тогда получается нарушители. Ну, кроме скорой помощи, которая, в принципе, может подъехать. О, то есть, сейчас я посмотрю. А, ну да, вот смотрите, тут есть перепад высот. А выезд это... Андрей, что вы делаете? Вызываете полицию? ДПС? Да. Ага, понял. Номера, могу сказать, мне хочется. Кто-то понял, что что-то здесь не так, решил быстренько ретироваться. Да, уезжай. Еще один решил быстренько скрыться, пока не приехала ДПС. Но это аварийная ситуация явно. Ребят, смотрите, это сила видеокамеры, мы даже ничего не говорили. Ну, то есть я не подходил, ничего им не сообщал. Вот они, хлоп, уже разбегаются. То есть они знают, что они нарушают. Наверное, хочет повернуть. А? Да, пусть, если вы себя плохо чувствуете, пусть он паркуется по правилам где-нибудь сбоку, хорошо? Да. По правилам, пусть паркуется ваш водитель в следующий раз. Вот. Ничего, все, езжайте. Езжайте, что? Ну так вот я, пожалуй, оставлю. Самокат пусть стоит. И отпугивает нарушителей. А вот и первый клиент. Смотрю, хорошо влияет на них самокат, а ты же... Кажется, приехал экипаж полиции. Посмотрим, к нам или нет. Ребят, тут вообще прям адский поток. То есть мы постояли буквально 10 минут, уже около 6 машин проехало. Но не все, конечно, проехали, некоторым не дали. Но сейчас посмотрим на действия водителя. Я так понимаю, Орел ему порекомендовал наказаться. Что, собственно, и делает водитель, да? Вы пройдите всему правду.
объясните территорию. Про управе надо, что ли, наши? Они там сидят. А как управе не надо? Вот вы добейте. Почему вы там есть? Были, смотрите. Нет, я еще раз говорю, что если вам будет это интересно, вы говорите, что шумально. Конечно, не пишите хотя бы, написали хотя бы. Видите, вы как, ну вот инертность, понимаете? Это, ну вот вам не нужно, понимаете? Я верю в вас. Я верю в вас. Спасибо, спасибо гуру. Спасибо организатору. Наша. А что сказал, типа, сами разбирайтесь, а мне пофигу, да? Нет, типа, говорит, здесь нужно как-то, люди ошибаются, надо как-то переградить конусы там или полусферы. Говорит, я вас верю, вы сделаете это, говорит, вы напишите. Я говорю, я здесь первый раз, вы здесь живете, да, я здесь живу, вон, блядь, он под знаком стоит. А сам, типа, не хочет ничего делать, да? А зачем, понимаешь, если есть активисты? Это что значит? Что сейчас произошло-то? Зачем он снял номера? Да, у него машина в розыске. Да ладно. Он сказал, что только его купил. Ну, вот хер знает, да. Регистрационные номера в розыске он их дает. Все, поехал. Чувак. Скажи. Без номеров. Смотри. Вот вопрос, то есть вот где вот я сейчас прошел в той стране, вот эта вся площадка, это не парковка, я правильно понимаю? Не парковка, даже это огорожено полусферами, вот сюда проезд, сюда вообще запрещен. На одну секунду я могу отказать, здесь можно? Хорошо, я узнала, что запрещено, и поехала дальше. Да, ну лыжи. Да когда обжалуются? Алло, Ром! Знаешь, сколько времени потеряешь? Ром! Немного времени. Пару часов. Ром! Ну ты там иди в грабли, а мне это самое, я тут немного задерживаюсь. У меня проблема. Я тебе потом это перезвоню, скажу. Ты иди там в грабли, там шум. Ну я тебе сейчас вброшу телефон. Сейчас вброшу, а ты тогда иди и сиди подружку. Давай. Нет знака тротуара вообще, ПДД такого нет. За два колеса их зацепил и за железку. Собянин сообщил всем, всей Москве, что у нас перехватывающие парковки везде. На спальных районах. А где она перехватывающая? А где тогда? Как там ехать в центр? Вот мне надо ехать в центр. Как мне тогда проехать? Куда? Где здесь? Вы зарегистрируете как сотрудник ДПС человека. Да, как всегда у нас полиция любит за это себе погоны получать и деньги. Вы никогда нормально... Вижу, вот вы хотите заработать их таким способом, понимаете? А причем большие, работу выполнять надо грамотно. Какую? Конечно. Документы. Если у людей на деньги гасить... За что? За что? Я остановилась у вас спросить, я имею это право. Где написано, что я не права? А зачем тротуар заезжать? А где написано, что это тротуар? Где вы увидели тротуара? Где знак? Так, а где знак, что здесь есть запрещен? Где покажите? Где знак стоит, что запрещено? Значит, вы мне объяснили? Я поняла. Вы мне на секунду объяснили, я это поняла. Сказала, хорошо, я уезжаю. Вы сейчас уйдете, ваша машина будет аккумулирована. Почему я уйду? Я отъеду, да и все. Куда поможете? Зачем вам они нужны? Что я нарушила? Какую? Я у милиции остановилась, спросила, движение можно по или тротуару. Нет. Я у вас спросила, блин, ну можно орёт. Или нет. Вы сказали нет. Я сказала, хорошо, я уезжаю. Вы остановились на проезжей части. А это что? Где написано, что это тротуар? Где? Тротуар – это когда он огорожен. Чем? И есть пешеходные дорожки. Бордюром. Вот бордюр. Где? Нет. Да, а что вы стоите здесь и около нас прыгаете? Мы не прыгаем. А что вы делаете? Мы хотим вас успокоить. Нет, вы себя успокоите, вы еще прыгаете. Я сейчас я вам разрешил себя снимать, а то я вам сейчас шарахну и успокоюсь. Я вам разрешаю, Андрей Викторович, спасибо.
Все. Есть подозрение, что вы в каком-то состоянии здесь находитесь. Вы больной? Я нет. Ну идите лечитесь. А у меня подозрение, что вы псих. Да, вы дайте мне справку, что вы не псих. У вас наружу написано. Да вроде ничего. Вот стоит тут этот самый с бородой с дурацкой. Вы дурацкий. Ой, блин. Орлак. Чем не угодила борода орла, никому не известно. Вообще, как бред, всем нравится, нравится. Первый человек, который... Да, вопрос. Здравствуйте, Николай. Как вам нравится то, что происходит? Вот этот человек два года здесь борется с этой... Николай борется два года с этой парковкой из стихийной. Пишет письма, да. Видишь, там уже получше стало. Все, ребят, теперь я понял. В общем, раньше сюда въезд был закрыт вот этими фишками, как угодно их называйте, да, а водятлы их просто отодвинули и начали проезжать вот сюда, вот на эту территорию к метро, но тут 100 пудов нельзя парковаться, это уже, блин, даже мне известно. Так что ребята заблокировали проезд, чтобы сюда больше никто не заезжал, да, вот. Тем самым не нарушал и не мешал пешеходам ходить на этой территории. Смотри, смотри. А тебе тут подходит? Воу-воу! Что происходит? По-моему, он получил пощечину. Вы могли бы дать просто документы и ничем не было. А вас могли бы сейчас обратно... Меня заплатили. Ты не получил? Вот и стой. А я еще хочу вторую часть получить. Да это еще получить. А сколько? Нам деньги платят. Хочу вас предупредить, что это уголовное. Ничего не это. Никак уголовное бывает. Нет. Нет, это... Если я его на повреждение сделаю, а это пощечина, можно дать. Я прошу дорогу. Это не является лекарством. Я не попрекаю. Перекрыли все вот эти кирпичи. С утра там стоял знак. Там был проезд и так далее. Ну это непорядок. Эти бугорочки отодвинули сами водители. Бугорочки. Берите руки от меня. Вы что творите? А не надо меня снимать. Отдайте от меня, что сумасшедший. Я стою. Они ко мне подошли. Я сюда не подошла, я стою вообще. Они ко мне подошли. Чего они хотят? Чего? Вы стоите под... Чего они от меня хотят? Ее оформили, ее оформили. Она осталась за парковку. Нормально. Хочешь уточнить, он ли идиот, и как?
постояла и ушла. Не знаю, может, она еще вернется. Но если вернется, вы это увидите. Что это? А, отпустили девушку, да? Елена, вы правы. Он сказал, что представление не будет вам писать. Хотите представить? Скажите, сколько идиот? Идиот? Это не идиот. Полный идиот. Правый, непромытый идиот. А какой? Вот этот вот? Вот этот с длинными волосами? Кто? Ну, зря. Сейчас ребята ее перехватят. Вот это уже точно движение по тротуару. Пойдемте, я помогу вам, давайте. Да нет, там давайте, уже... Нет, там борьбу, там легко, там нет, девушка. А я здесь могу выйти. Девушка, давайте я могу. Нет, я не могу там, я меня уже оштрафовали, значит, я уже могу. Давайте я вам помогу. Распространяем заблуждение. Значит, я могу уже до тротуара ехать. А если вас осудят за убийство, вы можете заново убивать? Да, уже значит, я не буду. Да, а зачем я должна кататься? Я говорю, спокойно уезжаю. Вас спереди не пропустят. Вас спереди просто не пропустят. Там не было тротуара, но вы сказали, что там тротуар. Нет, там не было тротуара. Могу вас ехать. Я могу здесь проехать. Ну, пускай стоят, если они больные. Ну, больные, ну, люди больные. Ну если они больные, ну пускай стоят, я как-то не нервничаю, я так не слушаю. Вам хочется стоять? А? Вам хочется стоять? Ну мне как-то пофиг. Так выходите, давайте анекдоты рассказывать. Я как-то смогу. Давай, вот все, давайте улыбаться. Ничего страшного не случилось. Пожалуйста, не будьте. У меня не случилось, я да? смотрю анекдоты. Хорошо, история жизни. Столько мужиков, и они идиоты. Не мусорите, беда страны. Не мусорите, пожалуйста. Столько мужиков, и все идиоты. Слушайте, а кто же, а кто допустил для того, чтобы у меня такой конфликтная ситуация происходила? Водителя парковок не давали, а? Ну, по чьей вине? Скажите, просто мне. А, вы хотите сказать, что я... Я не хочу, я хочу вас услышать. Зачем я сказал? Скажите, пожалуйста, как так получилось, что вы водитель, я водитель? Вы мне дадите 3000, я тогда вам скажу. 3000 за что? Давайте. За то, чтобы я вам сказал, что вы хотите. Есть, правда, вы же за это деньги получаете. Ну, теперь мне заплатите, я вам тут же скажу. Что а, что ж вы тут бесплатно будете столько времени прыгать перед женщиной? Да, и только с бабами связываться. Да я что же вы с теткой связываться? Хорошо, в следующий раз. Когда будет акция? Когда будет акция? И будет требовать водителя, чтобы вы поставили место для парковок бесплатно. Вы на чью сторону станете? Да я ни на чью не стану. То есть вам наплевать? Мне уже наплевать, потому что да. Ну, я не буду платить. Или будете бороться с права водителя? Зачем мне бороться? Не надо, да? Вы мне дадите денег, я куда стоит? Куда стоит? Что, все, оставляете машину, что ли? Противник сдался. Вы домой? Да, домой поеду. А машину же заберут. На эвакуаторе заберут же машину. Ну, предупреждаю, что здесь его заберут. Ну что, вторая серия, да? Продолжение похождения девушки. Я же ее ношу. Есть свидетель. Они не дают покой мне не выйти ни выйти. Ты так сказал, мужчины выйти, я же не знаю. Они теперь не пускают, и я вот 2 часа уже не стою. Мне сотрудник ГАИ ваш объяснил. Мы с ним сказали, там тротуар. Там же есть въезд и стоит стрелка на выезд. Значит, он мне объяснил, что вот там парковаться нужно. Но я-то не парковалась. Я говорю, я подободел, у вас красиво. У вас другое правонарушение. Хорошо, не согласилась с ним. Я говорю, хорошо, знаете, у меня выпустил штраф, я говорю, все, я весь раз. Много признано виновным. И эти теперь не дают выезжать. Новое. Если штраф мне выписали. Еще. Почему, почему я 2 часа так возвращаю? Сзади я хотела выехать, они мне позвали на выезжать. Зачем? Они вообще нормальные или нет? Там есть выезд. Там разъезжаются все. Люди, везде люди. А где вы сюда предлагали? В конце концов, что они хулиганы? Мы уже предлагали вам вариант. Давайте вот сюда предлагали. Вы отказались. Теперь нет.
вам отошли от моего рукава. Я хочу к вам подъехать рядом. На что? Я хочу посмотреть. Есть состав поступления? Давайте я посмотрю. Есть состав поступления? Где? Вы мне покажите. Я хочу машину припарковать. Дайте мне припарковать машину. Где будут ДТП будут составлять, она должна оставаться на месте ДТП. Нет, кто? С гражданкой требования полицейского. А, вы кто? Не, я спрашиваю, вы снимаете, вы кто, журналист? Мне просто интересно, что происходит, я снимаю. Интересно? Да, Девушка, там выход есть, выезд. Там выезд есть сзади. Здесь вот люди стоят, я не знаю. Там, если ее спереди блокируют, она может сзади выехать. Здесь тоже есть. Не знаю. Она могла просто не стоять, она 2 часа, а уехать там сзади туда. Я могу вот здесь поехать? Он говорит, проезжайте, эти встают впереди, сзади не найдут. Да. Они, видимо, хотят вот эту парковку сделать в платке за деньги. Вот это они и провоцируют. Добрый, у вас 10 раз было 100 лет назад. Назад они поставили булыжники. Там есть выезд. Кто такие? Вот меня объясните. Там же бетон стоит. Надо стоять. Назад нельзя, не вперед нельзя. Я не могу стоять, впереди и сзади. Там же бетон стоит. Как она выйдет назад? Справа, если не живет. Там есть выезд. Здесь тоже знак стоит. Там даже знак стоит. Здесь выезд. Здесь тоже есть знак выезда. Здесь тоже есть. Мы здесь стоим, общаемся. Ударится машина. Не ударится. Там сейчас 10 машин. Пропускайте, пусть уезжает. Немного автомобилей выехали. Она что-то решила нас задавить. Мы приехали сюда. Кто вас задавит? Прошла бычки. А вот сейчас она может развернуться, выехать? Сотрудники задерживают, алло. Вы не задерживаете. Сотрудники задерживают, алло. Кто же красавец у нас? Почему? Давайте, ребята, с вилами. Дайте вилу, я встану здесь. Давайте, ребята, сейчас откройте меня. Пока она едет. У тебя дети есть? Они могут здесь гулять? Конечно. Могут. Да.
не боюсь, где боюсь. Да вы не тех шлепают. Кого надо шлепать? Кого шлепать надо? Скажи. У тех, которые стоят. Кого шлепать? Скажи, мы сейчас пойдем, пошлепаем. Попки не даем. Тихо. Поехали, покажу. Хорошо. Поехали, покажу. Сударь, можно? Димашка. Да. Мы ей давали неоднократно способ уехать, она сама к нам подъехала. Поэтому нужно давить людей. Вот, посмотри, сейчас уезжай. Вот, смотри, уезжай сзади. Ты же такой же отправляй. Уезжай. Ловить. Зачем? Ты сейчас такой же уезжай. Вставай, Валерий, уезжай. Будешь говорить все. Я уже сказал. Где? Кому? Где инспектор и инспектор ДПС? Где? Сейчас будут. Оставите власть. Так вы позвоните, ГИБДД, сейчас приедет, вот вы только позвоните сразу. Серега, давай не будем. Ладно, Серег, хорошо. Давай не будем. Давай, Серега. Не нагнетай, пожалуйста. Логики, что она здесь стоит, она может задом встать и уехать там, выехать вот там, развернуться на пятачке и выехать, там есть выезд, она стоит здесь, вообще нереально, просто тупость. Человек тоже чистосердечный, тоже да. 20-21 хочет. Давайте на свидетельство это, сажайте, пусть едет. Просто молчи. Хорошо. В общем-то, мне все равно, сбежит, я потом не бездействую потом. И ты не бездействуй. А он вообще, Как низкий степень тяжести.
Тяжелая моральная травма. Преимущество пешехода. Предоставление преимущества пешехода еще. Нарушайте правила дорожного движения. Во-вторых, по требованию сотрудника полиции вы обязаны предъявить мне документы. Сейчас я предъявлю. Великая ваша дорожка. Сейчас. Скажите, что пожалуйста. Это мое право. Меня только с разрешением. Давайте так. Это вы им скажите уже. А вы мне предоставьте документы, пожалуйста. Нет, давайте так. Значит, во-первых. Вы меня слышите или нет? Я вас слышу. Будьте добры, потребуем сотрудника. Да, во-первых, подождите, вы же не выслушали сначала. Давайте выслушаем. Скажите, пускай или отойдите. Скажите, общественное движение какое? Вы, так, вы точно так же можете сказать. Я им сказала, отойдите, они хулиганят, они специально провоцируют. Мы стоим тихо. Клевета! Они имеют право снимать. Меня нет. С моего разрешения физлицо. Я не могу им запретить. Я не могу им запретить. Хорошо, давайте тогда сядьте ко мне в машину. Я не буду садиться. Тогда где мне оставить? Мне документы. Они не хотят тебя оставить. Я вас предупреждаю. Это я вообще знал, не проблема.
Блин, еще раз скажи, мадам отпустили, да? Да, отпустили ее, потому что инспектор просил ее простить. Мы сидели против, типа, какого хрена простить? Она там мозги вынесла, оскорбляла, мусорила, по тротуару ездила. Она все как поняла, осознала. Она такая, вы больше не будете ездить по тротуару? Она не ездила по тротуару. Вы видите, она же не понимает, что она сотворила, да? Ее неотвратимость наказания нужна по-любому. Ну, все, она говорит, пускай езжает. Нормально. Она женщина, видимо, да, имейте уважение, будьте мужчинами. Видимо, у нас женщины не подлежат административной ответственности, либо имеют какие-то смягчающие обстоятельства. Ну, не знаю, вот так вот поступили сотрудники полиции. Я думаю, что я звонил, просил моя. Ну что, надо никак не узнать.